Привет, ребята! Сегодня очень актуальная тема – смог в Щецине. Множество подписчиков спрашивают, есть ли все-таки смог. Некоторые даже пишут, что в Кракове и во Вроцлаве очень напрягает их качество воздуха, и они чуть ли не хотят поменять город. Многие начинают кашлять, хотя раньше этого не было. В новостях буквально пару недель назад я слышала о чрезвычайном положении в Варшаве и Кракове, о максимальных превышениях плохих элементов в воздухе. Некоторые люди даже ходили в масках, но здесь мы такого не видели. Конечно, воздух был не идеален, в связи с похолоданием топили больше. А сейчас краткая история о Щецине. Щецин – это седьмой по величине город Польши, и это столица Заходнепоморского воеводства, которое в свою очередь считается самым экологически чистым в Польше. Находится в 100 километрах от Балтийского моря. Климат мягкий, лето не жаркое и зима не морозная. И находится от 30 километров от немецкой границы, что естественно удобно для путешествий. Так как мы живем в этом воеводстве 11 месяцев, могу вам рассказать о весеннем периоде 2016 года и зимнем периоде 2017. Итак, весной мы жили в окрестностях Щецина. Там было больше частных домов, и, конечно же, они топили, и частенько ощущался запах гари в воздухе, но не смог, так как это было точечно, думаю, при начале топки. Иногда приходилось закрывать форточки. Но, например, мы не кашляли, першения в горле не было. Зиму 2017 года мы живем непосредственно в Щецине. В нашем районе нет частных домов. Отопление центральное, городское, в домах, которые окружают нас. Когда мы выезжаем в центр или в другие районы, мы лично не ощущаем физический смог. Но несколько раз мы видели дымку, особенно в безветренные дни. Отношение поляков, то, что мы слышим, разное. Одни уверенно говорят, что смога в Щецине нет. Другие, что чувствуют металлический вкус на губах и начинают задыхаться. Но то, что есть в Щецине точно, это специальные станции по измерению качества воздуха. И в комментариях я укажу этот сайт, и вы можете смотреть показания. Несколько находятся в самом городе. Есть станции в Калабжеке. Итак, вы получили информацию из первых уст. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И знайте, что лайк – это благодарность за проделанную работу. Кстати, знаменитые жители Щецина – это Екатерина II, российская императрица, и Мария Федоровна, также императрица. А почетные граждане города являются, кто бы вы подумали, товарищ Сталин и хер Гитлер. Вот такая вот компания.